искривления по правой стороне, вот особенно нижней грудной и поясничной. Вот эта зона вся, мышцы в спазме, напряженные и дают очень сильную болезненность. Конечно, есть еще и холочка, над ней тоже надо поработать. Но, в принципе, потихонечку, думаю, справимся. У меня такое ощущение, как будто у меня живот тянет позвоночник. Угу. Он не настолько у меня прям большой, но есть даже вот. Нет, это просто может... у вас спазм везде. Угу. Они все мышцы переплетены. Поясничный отдел напрямую связан думаю, с брюшной плес. Я не специалист в этом деле, но уже думаю, мало ли может быть. Я вам скажу, что полностью поясничный отдел – это мышцы-антагонисты. Поэтому очень сильно связано. Mm-hmm. Здесь тянет и там тянет. Mm-hmm. Что-то у меня тут поболевает. Вчера здесь поболело. Mm-hmm. Ну, бедра не болеют. Крестец не болел. Uh-huh. Ничего не это, mm-hmm. да? Нет, нет, не болело. По свободе движений? Я не знаю, мне эмоционально стало легче, я как-то стала меньше сердиться. Ух ты. Вот у меня вот, я прям это увидела, у меня меньше стало таких эмоций, каких-то таких гневных по отношению к близким. Потому что бывает ни с того ни с сего, тут мне меньше стало, я это прям заметила. Отвести? Да. Отвести ноги в сторону? Нет, в голове подтянуть. А-а-а. Да, вот тогда больно. И вообще, когда поднимаю просто ноги в положении лежа на спине, есть дискомфорт. Ну, смотрите, дискомфорт должен быть небольшим. То есть он будет в любом случае, но не доводите до того, чтобы было больно. Я имею в виду, что все остальные упражнения, мне не было даже дискомфорта. То есть было все нормально. А самое последнее, там, где шаг растянутый? Шаг растянутый. Назад. Не помню такое. С коленок? Да, назад отвести ногу далеко. Не чувствовала ничего, не было ничего такого. Может, я неправильно делала, но вроде как становилось. Может, гремит.